Ну, сегодня у нас вторник, 13 июня. Это мы в лесу. Сады старые, заброшенные. Дальше вон видно усадьбу Барабаша, староста. А вот мы работаем. Его сын приехал, Еремия. Ерема зовут. Грузят вот эти вот. У меня пойдут на сваи на первый мостик. Деревья-то это сорные, что наросли. Тут были когда-то сады. Вот они какие. Видно их. Вот Роман Малыш тут пришел. У меня палочка мерка. 1,60-1,70 метра. И он по ней быстро работал. 3 часа сегодня. Роман. Вчера, наверное, сейчас. И он как раз, наверное, заготовку сделал. Нам нужно вот этих вот свай, вот которые лежат. Ну, может быть, 130. Может, я неправильно считал, надо побольше. Сейчас увозим их. У Володи Пащенко в ограде сгружаем. Сортируем. И после этого этой самой пилой, которая пилит, основание где забивать, срезать клиньями с 4 сторон. И ошкурить. Работа большая, не в один день. Вот сейчас грузят. Он сейчас сдаст дальше, там в другом месте есть. Это вот Никита Колесников. А это Володя Пащенко вот грузит. А там мы сейчас были в деревне. Я забежал к Виктору Николаевичу Савченко и к Осе Устинову. Они помогли там погрузить. Ну а тут свои люди работали, можно сказать, в садах. Так, сады, правильно назвать. Видите, как вот машина своя. Вот они какие дровишки. И, конечно, это как бы сосна прямая была, все косое, кривое. Ну, другого раз нет, этим пользуемся. Вот дальше пойдут. Сейчас я покажу, где мы пилили и сколько они успели убрать. Вон они уже куда ушли, далековато. Вот это на свае. Там посчитаем, сколько. Сейчас как бы нам не до этого. Вот они деревья какие, как они растут. Ну, клен. Клен это сорное, все падает, деревья, все гниет. В садах никого нету, запущено. Когда-то были сады. Вот вместо садов яблонь. Вот все задушил клен. Ну, почти полвека никого нету. Что спрашивать? Там большие это у нас тополя, а поменьше это как раз клен наросший. А там все березы. Вот березы. Вот она, видать, береза белоствольная. А там у Игоря Барабаша вся техника старенькая. Мы просчитали тут про одного мецената. В Америке. 47 миллиардов долларов пожертвовал он на благотворительные цели. А я говорю, батюшки, нам бы одного хватило. Он засмеялся. Одного. Даже миллиона одного, и то заметно. Подавайте, а еще потащили-то? Обожди. Потом там сгодится? Да. Ну давайте вот эти. Ну брось, потом возьмете, когда он будет пятиться. Эти тоже забрать надо? Ну конечно, все склады. Подожди. Давай. Складывать все. Там мы размонтируем. А потом он спятит дальше туда. Подчистую. Там больше. Володя, там дальше где-нибудь есть еще что, а? Нету. Там нету. Нету все здесь. Все пока на этом. У кого-то где-то теплицы здесь. Это вот Володя свиней держит, сосед. Люди говорят, жить нельзя, можно жить. И при этой власти. Власть не дает, работает. Ну, не дает, а доработаем же. Доказательство того, что можно жить. Благодарить, не роптать, не одобрять. Мы не одобряем, но из-за оружия браться никто не будет. 100% гарантия. Просто мы молимся за правителей, чтобы Бог их вразумил. Все. Все.